Теперь видео о сборной России по футболу. Ну, вчера проиграли с Бельгией. Вообще, как бы так, сборная устаканилась со среднячковыми командами. Вот она как бы лидер в среднячковых командах. Это очень хорошо. Вот со времен Кубка ФИФА, конечно, это очень хорошее поднятие. Нельзя так резко с низших мест подскочить на высшие места. Конечно же, нельзя. Поэтому сейчас вот на этом среднячковом месте, в общем-то, держаться России очень даже неплохо. Я сегодня разговаривала обо всем этом с виртуальным другом ВКонтакте. И вдруг мне в голову так вошла мысль, то есть у меня так бывает такое сновидение, что как бы вталкивается мысль в голову, что пора начинать работать, ну, я имею в виду мне, работать со сборной России по футболу на высшие места, то есть на лидера. То есть выводить сборную России в лидеры. Ну, я очень рада, что, в общем-то, такое мне высшие силы втолкнули в голову, и что я, в общем-то, сейчас и начинаю делать.